Вообще, если брать планы, мы сегодня смотрели до 35 года, всего у нас задели примерно проектов на 150 миллиардов рублей. Из них примерно 100 миллиардов рублей – это проекты города Ачинска. Это инвестиционные проекты, которые заявляются нашими крупными компаниями. Вот мы были сегодня на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе. У них уже реализуется проект, который создаст дополнительно около 700 прямых рабочих мест. Но если брать сервисные компании, это еще плюс 300. То есть около 1000 новых рабочих мест будет создано предприятие в ближайшие несколько лет. Конкретный проект, который реализуется конкретной компанией. Эти люди должны где-то жить, должны где-то учить детей, должны где-то лечиться, пользоваться инфраструктурой. Собственно, мы ожидаем, что это будет, конечно, жители города Ачинска.